Молодежь села Дмениц Схимвальского района организовала массовый субботник. Вооружившись необходимым инвентарем, ребята разных возрастов приступили к масштабной уборке. В порядок были приведены обочины вдоль сельских дорог, территории расчищены от зарослей и кустарников. Инициаторами проведения субботника выступила молодежь. Помощь в проведении уборки им оказало руководство сельской администрации. К работе приступили ранним утром, и за короткое время большие площади были расчищены от мусора и зарослей. Одни убирали растительность, другие скашивали траву, а самые юные участники субботника помогали собирать мусор. Начало полезной и доброй традиции положено, говорят жители села. Далее ребята планируют устроить субботник в местах отдыха, расчистить берега рек и водоемов. Стелла Бязарова, Аида Кочева, Вера Схавребова. Информационный выпуск сегодня.